Дежавю. Мне кажется, что лето продолжается. И я каждое утро встаю и готовлю на всех оладушки. Сегодня я готовлю оладушки для нас двоих с мужем. Что-то, по-моему, я рано перевернула. Да-да-да. Смотрите, какие пышные. Правильное питание. Ну и ладно с этим правильным питанием. Оладушки – это когда жена дома и когда бесконечные выходные. А выходные – это значит отпуск у моего мужа. Мы приехали на Аку. Саша хочет на рыбалку сюда приехать в ночь. Нет, я уже в ночь не езжу. Тем более в осеннюю. А вот там рыбаки я вижу, да, Саша? А ну вон и там он. Вот. А там, видишь, он поставили палатку, вон рыбаки сидят. Угу. Ну что, пойду я это самое. Сейчас вот катер пройдет. Куда ты пойдешь? С Настей возьму. А, все, да? Прям. Что, все, без да. Ночевки? Прям сейчас, да? Прям сейчас. На тебе. Давай. Спускаться сюда не буду. Так, Челюш, ну что, купаться будешь? Собака. А я думала, что не будет плавать. Умничка. Мои дорогие, здравствуйте. У Саши отпуск. Длинный отпуск. Обычно он в свой отпуск уезжает на рыбалку в Астрахань с друзьями. Ну, в этот раз что-то у него не получилось поехать, поэтому мы здесь, на Оке. Разложил там снасти, Чарлик покупался, а я хожу с документами. Мне доверили документы от машины. Пока там Саша ловит рыбу, я решила пройтись по местным достопримечательностям и пойти вот в ту часовенку. Какие-то нашла интересные цветы голубоватого цвета. Что-то как-то мне тяжело дается акклиматизация после моря. Это храм Рождества Святой Богородицы. Достаточно
современный храм. Очень. А я здесь хочу пофотографироваться. Там в машине бинокль есть, можешь взять, посмотреть. Бинокль? Mm-hmm. Хорошо. Саша меня возит по красивым местам, где можно ловить рыбу. И правда красивые. Готовится, готовится. Никуда не торопится. Это я только тороплюсь. Погреться на солнышке. Море – это здорово, а наша природа разнообразнее, чем море. Море каждый день одно и то же. Ну, иногда бывает, волнуется или штормит, но в принципе одно и то же. А здесь каждый раз что-то новенькое. Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Похоже, лето вернулось. Похоже, кто-то уже со стульчиком сидит. Иду, 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 иду. А, вот где это песочек, да? Мы смотрели. С нашего места. Так, не лезь только никуда, Чарли. Не лезь. Купаться небось пошел. Честно говоря, никогда не думала, что будет с мужем так интересно быть на рыбалке. Для меня первое условие, чтобы было тепло.
чтобы я не сидела вот такая вот задрыга, что мне холодно, и я вообще ничего не хочу, быстрее бы домой. Но сейчас тепло. Для меня вот сейчас действительно очень комфортные дни после моря. Челюшка прибежал. Саша поймал одну рыбку. Такой довольный. Нет, две. Одно он выпустил. Потому что, говорит, жалко такую маленькую рыбешку. Пускай, говорит, пускай зовет остальных сюда. Смотрите, какая красота. Здесь очень-очень тихо. А по воде очень звук передается. Знаете, там кто-то кашлянул, а мне кажется, что в кустах. Там кто-то засмеялся. Мне кажется, что прям вот-вот-вот здесь рядышком. Не знаю, куда мне муж ушел. Где-то по берегу. Где-то по берегу гуляет. Волшебно. Это ока. Ой, нет, точно не мной поймана. Поймана моим рыбаком. Я ее боюсь. Сейчас солнышко спрячется и будет совсем холодно. Самый клёв, да? Конечно. Ну, надеюсь, не очень холодно будет. Ну, оденься. Одеваюсь. Мне так вот жарко. Так, Челюш, давай уже рыбу ловить. Хватит бездельничать-то. Ну, хоть и не море, но хоть чуть-чуть напоминает море. Вот она пошла, волна.